Добрый день, друзья! Мы сегодня будем вещать в режиме смешанного характера. Мы, наконец, проводим мощное заседание в нашей аудитории, аудитории Первого медицинского института, Императорского университета, там, где мы, собственно говоря, родились когда-то. Родилось наше общество. Вот, скоро, через несколько лет, мы будем справлять 150-летие. Я надеюсь, к этому времени мы будем уже собирать здесь аудиторию полную. Сейчас, конечно, присутствует всего несколько человек. Вот, но тем не менее. У нас сегодня такое заседание, называется это «Боткинские чтения». Мы во время этого заседания проводим какое-то вспоминания о семье Боткиных, потому что на самом деле их было известных врачей как минимум трое. Мы знаем, что существует болезнь Боткина, это один Боткин. У нас существуют клетки Боткина Гумприхта, это другой Боткин. И, наконец, есть Боткин, который был лейб-медиком последнего русского царя и был расстрелян вместе с ним, не покинув на своем посту семью, которую он лечил. Поэтому, наверное, поэтому у нас не обозначено, какому Боткину посвящаются боткинские чтения. Они просто называются боткинские чтения. Ну вот, собственно говоря, такая преамбула сегодняшнего нашего заседания. Я вижу опять много людей разных. У нас появилось новое обозначение Лефортово. Лефортово это где находится? Не подскажете, где этот город? Наверное, это где-то в другом государстве. Вот, Красногорск, Люберцы, Краснодар, Краснодарский край, Киргизия, как всегда, Новосибирск, Самара, Чудово. Я на самом деле географию знаю хорошо, вы не переживайте. Это я так с подначкой немножко по поводу того, где кто находится. Вот. Сегодня у нас будет заседание, посвященное памяти выдающегося терапевта середины 20 века Вадима Семеновича Смоленского, который на самом деле оставил огромный след в здравоохранении, в медицине, хотя вроде бы не все его знают, не все, может быть, даже о нем слышали, но, тем не менее, он стоял у истоков такой темы, как современные медицинские стандарты. Он прорисовывал алгоритмы оказания медицинской помощи при конкретных заболеваниях, и на основе этих алгоритмов учились студенты. Он заведовал крупнейшей кафедрой в Первом медицинском, она располагалась на разных базах, в том числе в 20-й больнице. Вот, ну, много лет он этим занимался. То есть человек такой, он в обществе, конечно, здесь много выступал неоднократно. И нам повезло в этом году встретиться с его сыном, с Андреем Вадимовичем. И мы договорились сделать, Вадим Семенович в этом году исполнилось 100 лет, договорились сделать выступление памяти Вадима Семеновича. Я так понимаю, что вы не будете, или будете рассказывать про отца, наверное, да? Неизбежно. Про отца вы ведь будете рассказывать, да. Вот, поэтому я, собственно говоря, передаю слово Андрею Вадимовичу. Тема у нас сегодня звучит «Гипертония у спортсменов и ремоделирование спортивного сердца. Факт и фикция». Я считаю, что это должно быть вообще новой темой в наших обсуждениях, потому что про спорт, про медицину и спорт мы практически ничего не говорим и не знаем. А тема существует. Ну, я просто в качестве бонуса скажу, что я являлся, точнее, экспертом РУСАДА по кровяному допингу. Много лет занимался со спортсменами в плане защиты их прав, потому что на них очень сильно давят западные антидопинговые комитеты. Ну, потом РУСАДу как-то прижучили, меня оттуда выгнали.
Но я до сих пор продолжаю периодически выступать в международных судах по защите спортсменов, потому что очень часто там передергивают, скажем так, вопросы, связанные с кровяным допингом. Поэтому я думаю, что мы будем эту тему и дальше разбирать. И я думаю, что Андрей Вадимович присоединится к нашему обществу, и мы будем выставлять эти темы, связанные со спортом и с медициной. А сейчас я передаю вам слово. Пожалуйста, подходите сюда. Вот, и переключайте слайды. Уважаемый Павел Андреевич, уважаемые коллеги, ну, первое, что скажу, слова благодарности и возможности выступить здесь. Это старейшее общество, это родина Первого Московского медицинского института, анатомическая аудитория, в которой пройдена целая жизнь. Исторически всегда вечерами здесь собиралось общество терапевтов, мы видели здесь выдающихся людей, очень демократичной обстановки, о которой мы говорили перед этим. Я хочу вам представить тему, которая на самом деле, конечно, звучит артериальной гипертонии в спорте, но я так или иначе хочу все-таки сказать первые слова про нее, потому что мы, несмотря на все наши доступности лечения, к 2025 году у нас все равно будет 1,5 миллиарда пациентов с артериальной гипертонией, кто бы они ни были. Значит, это та проблема, которая существует. И тут еще надо вернуться к истории, потому что Георгий Федорович Ланг, эссенциальная гипертония, дальше ученики, последователи, дискуссия, Александр Леонидович Мясников, и об этом, так сказать, нейрогенном генезе говорили, и на самом деле тут много всяких дискуссий, но дискуссия заключается в том, что после Второй мировой войны в 1946 году появился злокачественный гипертонический синдром, описанный Евгением Михайловичем Тареевым, об этом Мирон Семенович вовсе говорил, этот феномен был все-таки такой труднообъяснимый и до сих пор непонятный, и так и непонятно откуда. И Вадим Семенович Смоленский, который пришел с фронта капитаном медицинской службы, в которой он прошел в полку 43-го года и сам лично выносил раненых, пришел в свое время к академику Зеленину, генерал-полковник, генерал-лейтенант, и оттуда дальше к Александру Леонидовичу Мясникову, и работал в клинике, занимался экспериментальным атеросклерозом экспериментальных животных под руководством Александра Леонидовича Мясникова. И это была такая история атеросклероза. Да, и тогда было показано, что все-таки гипертензия и атеросклероз идут об руку. Ну, в большом экспериментальной работе потом это легло в основу такой монографии и докторской диссертации «Болезни аорты» Вадима Семеновича Смоленского. Он стоял у истоков создания общества, и вот сегодня, Павел Андреевич, спасибо за добрые слова, говорил об алгоритмах, мы выросли на них, выросла вся клиническая медицина, поскольку еще надо отдать должное, что в свое время была создана такое очень интересное направление, субординатура на шестом курсе, определившая жизнь многих терапевтов, хирургов и акушер-гинекологов, потому что на шестом курсе правильно учиться, а не просто непонятно чем заниматься, с моей точки зрения. И вот эта ассоциация, которая была, и вот та самая 20-я больница, кафедра субординатуры, циклы, алгоритмы и так далее. Да? И вот книжка там «Дифференциальная диагностика», которая была выпущена, это такой 96-й год. Разные этапы в жизни. И надо сказать, что Борис Васильевич Петровский поддержал идею субординатуры, так же, как и интернатуры, и, к сожалению, мы это потеряли. Я считаю, что это большая потеря в образовании. Субординатура – мое глубокое убеждение. Но, кроме всего прочего, Вадим Семенович был фантастическим иллюстратором, кроме того, что его алгоритмов и попытки тогда нас научить доказательной медицине. Вот так он иллюстрировал артериальную цереброишемическую артериальную гипертонию, да, с подачей, естественно, Евгения Михайловича Тареева, он упоминает, и Александровича Мясникова, своего учителя и соратника старшего. Также говорили о диагностических критериях, это все иллюстрации Вадима Семеновича, да, по поводу гипертонической болезни эссенциальной. И отсюда механизм повреждения атеросклероза тоже иллюстрации, там, спазм, повышение периферического сосудистого сопротивления и поражение сосуда. И вот это очень важный вопрос, вопрос ремоделирования, об котором мы бесконечно говорим. Мы говорим, что гипертрофия, что первично, что вторично. И тут вот Вадим Семенович очень правильно в свое время написал, что левый желудок не может служить критерием тяжести гипертонии и может иметь самостоятельное развитие. Тут надо с ним 100% согласиться, потому что совершенно точно мы имеем больных с артериальной гипертонией, с высокой, а кроме всего прочего, мы имеем еще и данные, которые были опубликованы еще в 96-м году,
вот все пациенты, умершие от разных причинных смертей, у всех есть гипертрофия миокарда. Понятно, что гипертрофия – независимый фактор риска. Какой патогенез здесь? Откуда? Там гипертензия, здесь гипертензии нет. Откуда? Значит, так или иначе, это тот самый риск, который есть. Но у нас есть еще и в спорте. Поэтому у нас есть виды спорта, в которых риск гипертензии достаточно высок. Знаем мы об этом что-нибудь? Нет, не сильно знаем, потому что этим мало занимаемся. А перебросить мостик нам всегда надо. Мы говорим, вот гипертрофия миокарда. Какая она? Она есть разная. Да? Мы говорим, концентрическая, есть сегодня концентрическое ремоделирование, выделенные типы. Мы привыкли, мы об этом пишем относительно толщина, все хорошо. А спортивное сердце – это кто? Это другие, да, люди? Нет, это не другие люди. Это и население в целом, занимающееся спортом. Выносливость требует большого минутного объема, да, и большого ударного объема. Значит, меняется геометрия. Вот эксцентрическая гипертрофия, да, то есть оно больше, да. Какой критерий? В своем Линсбах говорил о критериях массы миокарда, вообще всего сердца. Сколько грамм? То же самое силовые виды спорта, то есть разные геометрии сердца. Признаем? Признаем. Признаем мы электрокардиографические критерии спортивного сердца. Мы говорим, хорошо, зеленый свет, пожалуйста, занимайтесь. Критерии расширены. Да, были одни, но сегодня блокада правой ножки является критерием, которым может быть. Если раньше была неполная блокада, то сегодня расширенный критерий. Но самое важное – красный свет. Нарушение реполяризации, появление нарушений желудочка, нарушение ритма – это точно совершенно критерий, по которому мы должны оценить. Как снимать электрокардиограмму? Второй вопрос. Правильно ли мы ее снимаем? Мы неправильно ее снимаем у атлетов и очень часто много чего не видим. Если мы будем говорить о внезапной смерти, то, может быть, потом когда-нибудь в этих же стенах об этом стоит поговорить. У нас есть физиологическая гипертрофия и ангиогенез. Мы понимаем, что да, коронарный резерв спортивного сердца крайне эффективен. Значит, есть ангиогенез. Да? И это пропорционально увеличивает сердце, это нормальная экспрессия генов и отсутствие фиброза миокарда в этом подвижном процессе. Важный для нас этот момент, важный. Мы говорим, физиологическая гипертрофия, где грань? И когда она это будет грань? И что с ней будет? И различные виды спорта влияют на геометрию сердца. Нет сомнений, конечно, выносливость. Колоссальные сердца с большими размерами левого желудочка, абсолютно превышающие все значения, привычные нашей клинической медицине. Да, конечно, диастолический размер, разброс может быть до там, почти 6,5, до 6-8 сантиметров. Колоссальная полость, всегда идет вопрос, а нет ли за этим чего? Дилатационной кардиопатии или иного какого заболевания? Нет. Да, потому что все скомпенсировано, все благополучно. И вот вам другие виды спорта, где преобладают силовые нагрузки, там преобладает, конечно, увеличение толщины стенок. Да, тут тоже сомнений никаких нет. Теперь разброс. А много ли того или нет? И для чего нам это нужно? Для того, чтобы толщина стенки, которая у нас является главным маркером степени гипертрофии по данным ультразвукового исследования, не говорю о МРТ, потому что это, в общем, хороший метод визуализации, но вот все-таки не скрининга. Мы говорим, толщина 11 мм норма, 12 уже не норма. Сколько же у спортсмена больше? А вот толщины больше 13 мм всего у 2% спортсменов. А то же самое касается и левого предсердия. Тут несколько больше левого предсердия до 4 сантиметров 20%, а больше там, 45 миллиметров, то есть 4,5 сантиметра все-таки, да. И больше 6 сантиметров левый желудочек у 14%. Значит, мы признаем, что есть разные геометрии. Признаем? Признаем. Можем на это, но мы должны все-таки обратить внимание на то, что тренировочный процесс – это серьезная вещь. Это усиленный приток, учащенное сердцебиение, да, учащенное дыхание – повышенное потребление, выраженная дегидратация, которая, кстати, на самом деле серьезный очень процесс, и серьезно выраженный ацидоз, да, сначала один, а потом второй с накоплением молочной кислоты, и гипертермия, уж не говоря о том, что запас гликогена, увеличение новых мышечных единиц и так далее. Вот это физиологически основа тренировки. Можно этот цикл увидеть и сказать, дальше ангиогенез, и это все физиологический ответ. Разумно? Разумно. И вместе с тем мы понимаем, что на сердце атлета влияет огромное количество факторов, которые могут быть как позитивно рассмотрены, так и негативно. Почему здесь стоят и фиброз, и воспаление, и все, что дальше генетические факторы, все это влияет. Потому что есть данные
о том, что самый синусовый узел и брадикардия у спортсменов имеет врожденную особенность, а вовсе не приобретаемая брадикардия, потому что есть спортсмены, у которых, кстати, у Фуркада пульс был на каком-то этапе, там, или еще у наших там, зарубежных выносливости, пульс был 26-28 ударов в минуту. При Ну, и все было благополучно, с хорошими показателями выносливости. Так что тут вопрос сложный. Как это происходит? Но при этом может быть и патологическое, да, вот дальше гипертрофия, мы тут обязательно говорим. А тут что у нас гипертрофия? У нас воспаление, фиброз, дальше апоптоз и, возможно, дисфункция миокарда, которая может быть. Вот это те самые качели, в которых мы находимся, когда говорим о спортивном сердце и о дифференциальной диагностике патологической, физиологической гипертрофии. И тут я очень люблю этот слайд, показываю специально. Вот он. Вот что такое спорт. Сверхвысокие нагрузки. Посмотрите внимательно на цифры. Значит, минутный объем возрастает 8 раз и может увеличиваться до 40 литров в минуту. Понятно, что 40 литров в минуту не работает оно. Оно работает 5 секунд, но при таком объеме. МПК возрастает 24 раза, а молочная кислота и степень ацидоза за ней следующие в 22 раза. И порог анаэробного обмена, который у нас там 4, да, цифра 4, да, миллимоли, да, лактата, для нас является порогом, а здесь 22. У кого это бывает? У пациентов нет выносливости сверх. И для нас это важно, потому что этот фактор экстраординарных нагрузок выносливости чрезвычайно включает триатлон, айромен очень модный сегодня, за которым стоят свои риски. Экономичная работа, хороший запас гликогена, умения, навыки и так далее. Это очень важный момент по поводу... И вместе с тем мы говорим, что а за этим стоит то же самое. Посмотрите, опять тут же ацидоз, тут же гипертермия, вроде физиология с одной стороны, и очень важное звено. Дисбаланс симпатической и парасимпатической, прерывистая работа. В каких видах спорта мы видим чаще всего внезапную смерть? Мы видим именно не просто в выносливости, а в прерывистой работе. Вот это качелях симпатической и парасимпатической иннервации и вегетативного ответа на это. А за этим стоит тот же самый, да, ацидоз, и получается и физиология ацидоз, и патология ацидоз. И где же нам найти правду? А тут еще увеличение концентрации свободных жирных кислот. Да, оксидативный стресс, который получается. И на самом деле митохондриальной дисфункции. Сегодня многие говорят о том, что она сегодня может быть главенствующей у пациентов с артериальной гипертонией в патологическом ремоделировании миокардов, органов мишеней. Да, и вот митохондриальная дисфункция, которая может быть, она может быть связана как раз со стрессом оксидативным, который у нас наблюдается у спортсменов при запредельных цифрах лактата, да, степени ацидоза. Значит, мы должны понимать, что это ацидоз, и мы должны думать о том, что это все-таки такой стрессорный компонент, о котором мы бесконечно должны говорить. Вот сейчас говорят так. Возможно, это версия, что тут тебе и атеросклероз, и сердечная недостаточность, и мозговой инсульт, и все это тоже оксидативный стресс. Другое дело, что средств фармакотопичных нету, да, в этом плане. Наверное, они существуют. И это патологическое ремоделирование заканчивается, на самом деле, фатальными электрическими ремоделированиями миокарда. Почему? И это спортсмены, это совершенно не пациенты, это спортсмены, у которых есть и то, и другое. И вот эта грань между нормой и патологией, она чрезвычайно сложна для понимания. И мы должны все время об этом бесконечно думать, потому что так или иначе, когда мы говорим о внезапной смерти в спорте, это общие причины, это большой регистр. В России его нету, и мы данных никаких сведений не черпаем. Но тут есть очень важный момент. А тут сегодня обсуждается вопрос гипердиагностики, что много говорят о гипертрофической кардиомиопатии, что ее на самом деле гистологи сегодня надо обучать специалистов, патологоанатомов для гистологического исследования спортсменов специально, и об этом и посвящены доклады, и симпозиумы даже отдельные. Но самый важный вопрос. Недифференцированная гипертрофия в 7% это среди всех иных причин.
А если мы возьмем кардиологические причины, тут уже ее побольше, 8%. И надо сказать, что регистр существует несколько и много, я в конце еще раз покажу еще один из них, где мы увидим, что в разных регистрах везде слово недифференцированная гипертрофия существует. А что это такое? Знаем мы про это? Ничего мы не знаем. Мы не знаем про это, потому что недифференцированная гипертрофия – это вещь в мяске, которая единственная находка, если гипертрофическая кардиомиопатия подтверждается гистохимическими исследованиями. Говорят, что гипердиагностика, и сегодня вопрос вот этой нормы смерти, мы сегодня не ставим вопрос здесь обсуждать это, но мы говорим о недифференцированной гипертрофии. И скажу почему. Что несмотря на то, что распространенность гипертонии всем хорошо известна, она известна из всех исследований, вообще, в целом населении. В Соединенных Штатах Америки будет 1,5 миллиона, мы доказываем, да, если она ювенильная, безусловно, есть она у молодых людей достаточно, и она существующая проблема. Есть большой регистр, который сделан был в свое время профессором Шальновой Светланой Анатольевной, огромное количество ссылок. Это большое потом исследование эссе, в котором подтверждали приверженность к лечению, рекомендациям и так далее. Вот распространенность гипертонии среди мужчин и женщин. Надежное исследование, абсолютно. И показывает потому, что на самом деле, казалось бы, в спортивной популяции все должно быть по-другому. С другой стороны, тоже мне хотелось бы вспомнить своего учителя, академика Швацабая, с которым мы поработали много лет. И тогда мы, когда появилось ультразвуковое исследование, мы стали говорить, так сказать, о гипертоническом сердце с появлением эхокардиографии, гипертрофии миокарда. И потом появилась даже гипертензивная кардиомиопатия. Потом, в 2008 году, Европейское общество решило, что так не надо делать, и убрали ишемическую кардиомиопатию, которая тоже была, существовала в классификации, и гипертоническую. Верно, неверно, ну, так сделали, как сделали. Ну, наверное, гипертоническая болезнь сердца существует, и она, так сказать, может быть. И мы хорошо знаем стадии, риски, я в этой аудитории не буду, об этом говорят все и везде. Мы понимаем, что какая параллель со спортсменами. Вот я к этому перейду чуть позже. Мы говорим, что варианты гипертрофии при любом варианте имеют свои риски. Они имеют риски какие? Снижение коронарного резерва, да? Падение сократительной функции, а уж дальше, так сказать, там гипертензия, гипертрофия, как она себя ведет. И везде есть увеличенная масса сердца. До каких пределов и каких значений – это вопрос большой дискуссии. Гипертония с гипертрофией сопровождаются увеличением злокачественных нарушений ритма. Тоже сегодня не новость ни для кого. То же самое касается увеличения дисперсии КУТ. Это наши собственные данные, все время полученные у больных не так давно. Наташей Ком, моей аспиранткой, сделанной у больных с артериальной гипертонией. То есть деприоризация и КУТ-интервал зависят от формы гипертрофии, концентрическое ремоделирование, гипертрофии, ну, не самое глубополучное, но надо сказать, что и гипертрофия межжелудочной перегородки тоже, так что тут вопрос для дискуссии. Это все больные с артериальной гипертонией. Мы не можем об этом не говорить. И феномен такое же значение КУТ имеет, как и сам феномен гипертрофии, электрическое ремоделирование. Мы должны про это иметь сведения. И вот вернемся к нашему основному вопросу, который есть. А вот сколько ее гипертонии на самом деле, есть ли данные вообще по артериальной гипертонии у физически активных лиц? Ее понятно, мы все рекомендуем двигательную активность, мы все говорим о том, что она целесообразна, что это благополучно и это правильно. Но надо сказать, что распространенность гипертонии у физически активных лиц действительно ниже на 50%. А есть ли сведения о эпидемиологических исследованиях у спортсменов? А этих сведений крайне мало. И тут, с одной стороны, ювенильная гипертония, да, у подростков, но только занимающихся спортом. Поэтому тут сказать, насколько это действительно спортсмены ли виноваты, или спорт. Но все-таки в этих видах спорта преобладают скоростно-силовые и статические нагрузки. И это все-таки тоже важный фактор, потому что от характера нагрузок и влияния. А если мы сегодня возьмем классификацию Митчелла, принятую сегодня для трактовки изменений сердца у спортсменов,
то мы видим с вами, что есть виды спорта с низким статическим компонентом и низким аэробным компонентом. А есть виды спорта, третья группа, где есть высокий статический компонент и высокий динамический компонент. И сюда попадает у нас с вами, да, водное поло, каноэ, десятиборье. Пятиборье, кстати, попало в зону риска сейчас на Олимпийских играх. Скорее всего, будет исключено из определенных там через несколько лет. Так же, как и бокс. И это виды спорта, где статические и динамические нагрузки колоссальной величины. Это важная составляющая у того разговора, который существует. И вот дальше появляются работы. Появляется работа о том, что все-таки посмотрели 2000 спортсменов, оказалось, что все-таки олимпийские виды спорта, и всего 3%, не всего, но так или иначе. А дальше стали изучать. И оказалось, что в американском футболе эта цифра уже намного больше, да, а дальше имеется сведения о том, что все-таки есть какая-то, так сказать, повышенная нормальная, судя по всему, гипертония. А потом выявляется, что у этих спортсменов в американском футболе наряду как бы с вроде спортивным сердцем появляется концентрическое ремоделирование гипертрофии, которое рассматривается не как физиологический ответ. То есть вот затравка дискуссий по поводу артериальной гипертонии в спорте. Вот. Опять же, 3% меньшинство и вторичная гипертензия еще меньше, так сказать. Ну, вроде бы как все хорошо, и это данные профессора Пеличи, спортивного кардиолога, который занимается много вопросами. Но есть ли в этом исследовании элементы эпидемиологического исследования? Думаю, что нет. Реально, это какие-то все-таки выборочные исследования, вопросы. И мы не претендуем сейчас, у нас просто большое достаточно исследование по гипертонии, которое выполнено там на более там, на 600 спортсменах, а мы выявили вот такую цифровую характеристику, не буду показывать. Тут только важны цифры, там гребцов 47, плавание 50, там, велоспорт, это все спортсмены, мастера спорта международного класса, элитные спортсмены. Что же получается на картинке? Вот такая картинка у нас получается в этих видах спорта. Легкая атлетика, велоспорт, плавание, гребля. И оказалось, что высокого нормально много, да и гипертензии первой достаточно прилично. Вот такова картина из цифрового аналога, который получаем мы. То есть мы получаем, что все-таки там около 8-10-5%. Много ли мало? Ну, факт, который может влиять на патологическое ремоделирование, как говорят. И вот когда мы посмотрели гребцов внимательно, смотрели мы на концепте с нагрузками. Концепт – это гребной тренажер, на котором делалось исследование. И здесь оказалось, что высокого нормально тоже прилично. Оптимального всего 62%. Спортсмены сборной команды, такая элитная достаточно группа спортсменов, имеют повышенное давление. Да, мы трактуем этот факт, они имеют какие-то антропометрические показатели, но самое важное другое, они имеют разные индексы массы миокарда в зависимости от уровня давления. То есть, значит, не только спортивное сердце влияет на увеличение индекса массы сердца, а дополнительным фактором является гипертензия. Ну, как об этом многие говорят, но, значит, и спортсмены оказываются в той же позиции, что пациент с артериальной гипертонией. Только это так или иначе имеет место быть уже на спортивно-физиологическом, ремоделированном, физиологически увеличенном сердце. Значит, это фактор, который так или иначе влияет. И в другом исследовании, где мы занимались уже, так сказать, другие немножко виды спорта, и BMX, и пятиборье, и боксы, оказалось, что у них есть показатель увеличения внутримиокардиального напряжения, и по данным тканевой допрерографии, у них смещение фибрильного конца, снижение скорости, что свидетельствует о диастолических нарушениях. Да, то есть какая-то связанная с гипертрофией, все это спортсмены. Это все не пациенты с артериальной, это все действующие спортсмены, которые находятся в зоне. И тут надо вспомнить Феликса Залыча Мерсона, который говорил, что подвижность гипертрофических процессов связана и с тем, что всякая нарастающая гипертрофия на каком-то этапе развития переходит в свою противоположность, то есть декомпенсацию, что вовсе не значит исчезновение как морфологического феномена.
То есть подвижность вот этого спортивного сердца, о котором мы говорим, очень условное понятие. Да, оно сохраняет черты довольно долго, и надо сказать, что спортивный стаж и спортивное сердце сохраняется в отдаленном от спорта периоде довольно длительно, то есть хранит такие черты его, если за этим не стоят какие-то иные изменения, которые могут возникать. И опять возвращаясь к вопросу риска сердечно-сосудистых заболеваний, обратите внимание внизу. Это исследование, которое здесь опубликовано, оно было сделано следующим образом. Это было прямое измерение в плечевой артерии давления у бодибилдеров во время силового отягощения повторного максимума ногами, жима ногами у спортсменов, ну, поскольку нужно было проверить хоть когда-нибудь, посмотреть уровни давления. Так вот, у одного из обследованных давление было, поднималось в доли секунды до 480 на 350 на доли секунды. Теперь давайте представим, что делает, что уж происходит со штангой, которая тоже попала, кстати, в зону исключения из олимпийской программы. А, там через несколько лет, не думаю, что из этих соображений, не вовсе не из гуманной борьбы с артериальной гипертонией, а из иных каких-то соображений. Но важно, что вот это колоссальные цифры, которые так или иначе, безусловно, должны нас подвигнуть к тому, что существует, если средняя картиночка, вот это то самое среднее, это норма, это среднее в середине спортивное сердце, а это индуцированная артериальная гипертония, ремоделирование сердца. И тут мы видим точно совершенно изменение его иной геометрии, отличая его еще от спортивного сердца. На просто иллюстративной схеме это тут нету. Вот значит это ремоделирование, о котором мы подозреваем, что оно может быть и риском патологического ремоделирования спортивного сердца, вне сомнений лежит в механизме, как говорят многие, артериальной гипертонии. И оно так поддерживается. И на всех дифференциально-диагностических сегодня слайдах мы видим, вот вам наверху спортивное сердце в зависимости от спортивной специализации. Да, смешанные виды деятельности, да, где есть и статическая, и динамическая нагрузка. Нет вообще видов спорта, в которых нет ни статической, ни динамической. Прыжки в воду, у них что нету в... Он относится в России к сложнокоординационным видам спорта, так же, как фигурное катание. У них нет необходимости в силовой нагрузке. У них есть необходимость в силовой нагрузке. В фигурном катании у мужчин нет силовой нагрузки? Есть. С партнершами есть? Есть. Аэробная выносливость есть? Есть. Значит, понятно, что есть превалирующие виды спорта. И есть сверхвыносливость, о которой мы говорили, да, циклические виды спорта, аэробные. И они очень, кстати, боятся и те, и другие силовые виды спорта, красные боятся большой доли аэробных нагрузок. Что мы сейчас предлагаем делать спортсменам скоростно-силовых видов спорта? Добавить в восстановление аэробно-смешанных упражнений для того, чтобы компенсировать ту гипертензию, которая возникает во время тренировки. И вот гипертония, здесь же она есть. И дилатационная кардиопатия, и гипертрофическая кардиопатия внизу. Да? И вот взгляд тот же самый. Чем отличается? Хроническая гипертензия, и вот она, здесь гипертрофия, фиброз, да, здесь появление диастолической дисфункции, а здесь у спортсменов какая-то нормальная геометрия. И гипертензия, то есть приходящая гипертензия, увеличение пульсового давления при нагрузках или иные причины, которые могут быть, да, потому что есть иные причины развития, приводит к тому же эффекту, но, как вы видите, отличие в данном случае той самой гипертонического сердца и спортивного сердца ремоделированной артериальной гипертонии, то есть гипертензии. Да, и там фиброз, и там, и в предсердии, и в левом желудочке, и от там же, и там же нарушение ритма, как электрическая нестабильность. А Георг Федорович Ланг, о котором мы сегодня не говорили, говорил о том, что
с одной стороны, физиологическое спортивное сердце работоспособно, а с другой стороны, это сниженная работоспособность Голгея Федоровича в 1936 году. А в результате изнашивания, то есть он говорил о том самом патологическом ремоделировании, судя по всему, да, которое приводило к каким-то снижению производительности спортсмена и каким-то негативным последствиям. Сегодня мы до сих пор, там, 100 с чем-то лет изучаем спортивное сердце, до сих пор не пришли к континууму ни к одному, так или иначе. А потому что гемодинамические факторы гипертензии, физической нагрузки существуют. Это изометрические упражнения, силовая тренировка, которая приводит к увеличению автолоуд постнагрузки, резкого возрастания общепериферического сосудистого сопротивления, а не прелоуд, да, перегрузки венозного возврата. И это тоже фактор, и много видов спорта, где есть силовые нагрузки, о которых мы говорим, и они на самом деле являются доминирующей компонентой в тренировке спортсменов, в их направленности. И вместе с тем, когда мы говорим футбол, почему американский футбол взят и попал в гипертензию, потому что в американском футболе, несмотря на его очень мощный аэробный потенциал, спортсмены весом за 100 килограмм бегают 100 метровки почти, как мастера спорта, спринта, но при этом схватка и нагрузка, и натуживание, компоненты колоссальные, которые есть, и силовая тренировка колоссальная в этом виде спорта. Так же, как она достаточно велика сегодня в современном хоккее, где мы и видим как раз наиболее, так сказать, всего количество осложнений разного свойства. С другой стороны, мы знаем, что та самая дегидратация у спортсменов и потеря натрия опасна, да, потому что вот так гипонатримические состояния, которые возникать могут у спортсменов, и называется там водная интоксикация в народе, а вообще гипонатримическая кома заставляет спортсменов выносливости в изотониках добавлять соль, да, фактор солевой. Старые лыжники в свое время, не имея изотоников выносливости на длинные дистанции, сухарики сушили соленые и на дистанции брали себе их под язык. А дегидратация в зимних видах спорта в лыжных чуть не меньше, чем на жаре в 30 градусов. Алкоголь, анаболические стероиды, стимуляторы. У нас есть виды спорта, в которых есть высоких весовых категорий, где своя отдельная тема. Ну, избыточная масса тела, она другого свойства. Это не просто ожирение, это не, ну, возьмите борьбу с умом. Да, это, в общем, интересный такой объем для изучения, да, последствий. А второе – вторичная гипертензия, потому что сегодня, с одной стороны, контрацептивы, с другой стороны, попадает и кофеин, а кофеиновая работа сегодня есть, и кофеин попадает под несколько схем сегодня рисков и гипертензии, и вообще его употребление в спорте как стимулятор, анаболические стероиды, эритропоэтин, гормон роста и так далее. Тема существующая, потому что так или иначе, вот эти потенциальные риски, запрещенные препараты, они так или иначе связаны с артериальной гипертензией и с внезапной смертью. Что здесь и с нарушениями ритма, насколько, да, они коррелированы, ну, так, поскольку мы говорим, что гипертензия может быть симптоматического свойства, вызванная приемом целого ряда запрещенных препаратов, наверное, тут есть в этом здравый смысл, который требует. И мы так или иначе говорим, что все это приводит к тем самым механизмам. Это вот вопрос дифференцированной гипертрофии, которую я показывал в самом начале. Не исключено, что за этим и стоит как раз та самая гипертензия физических нагрузок, статические виды спорта и то, что здесь происходит. Но тут надо сказать и о другом, что мы у спортсменов, это наши собственные данные, получали увеличение уровня тропонина на нагрузку до отказа у спортсменов с нарушением реполяризации. То есть фактор повреждения существующий, да, есть. И тут еще второй момент. У нас есть еще правое сердце. И мы говорим сейчас много по индуцированной нагрузке аритмогенной дисплазии с одной стороны. А с другой стороны
тоже индуцированная физической нагрузкой аритмогенная дисплазия. Но тут вопрос тоже с артериальным давлением. Потому что давление в правом сердце увеличивается катастрофических цифр, и гипертензия малого круга, возникающая у спортсменов при нагрузках, возможная, да? Потому что в легочной артерии давление повышается до 50 мм тутного столба. По сравнению с тем, что цифры колоссальные по момент физических нагрузок. Да, а оно геометрически другое, поэтому те самые изменения, которые мы видим в индуцированной гипертензии сердца, оно не только касается левых отделов, оно касается и правых отделов. И напряжение правого желудочка увеличивается в 125 раз, как говорят исследователи. А за этим стоит и те самые изменения той же самой дисперсии QT, деприоризации, тоже связано с индуцированной физическими нагрузками гипертрофии. И мы до этого говорили о гипертонии, то есть на самом деле очень удобная модель и та, и другая, и замечательно о ней бы говорить. Но хронические нагрузки, сейчас очень популярно появились сверхмарафоны, триатлоны, Ironman триатлоны, это такая очень популярная история. Но здесь очень много вопросов, связанных со сверхнагрузками развития фиброза. И фиброз в отдаленном от спорта периоде существует в реальном масштабе времени. Это не отдаленные пенсии, это вот онлайн-наблюдение, о котором сегодня говорят. Что при этом распространяется у действующих спортсменов фибрилляция предсердий. И это данным можно доверять, поскольку профессор Пилича возглавляет департамент кардиологии спортивной, он выше в несколько раз, чем распространенность фибрилляции предсердий у населения. А это молодые достаточно люди, то есть фиброз и аритмогенность идут рука об руку. И фиброз вроде у молодых, здоровых, бессимптомных ветеранов наблюдается в 50% при исследовании с гадолинием, по данным наших коллег, которые говорят о том, что это вроде как полезная аэробная нагрузка. И мы говорим фиброз и думаем о генетической предрасположенности, перенесенном миокардите, артериальной гипертензии, перегрузке давления в легочной артерии, той самой индуцированной гипертензии малого круга физическими нагрузками. Значит, опять же, так или иначе, гипертрофия частью объяснения риска, который может быть во время нагрузки, именно гипертензия во время нагрузки, может увеличивать риск развития нарушений ритма и риски развития фиброза миокарда, как показывают исследователи. Но наши же собственные данные, когда мы посмотрели ветеранов спорта, это такое большое исследование, которое мы делали, это включение было условие не ниже мастера спорта международного класса. То есть это все выдающиеся ветераны, спортивный стаж, занятия спортом, карьера, вот обследный контингент, все виды спорта, а вот распространенность гипертонии. И оказалось, что у ветеранов спорта выше распространенность гипертензии, чем среднепопуляционные значения в отдаленном от спорта периоде, по сравнению с данными Светланы Анатольевны Шальновой. Понятно, что это малое наблюдение, ветераны, 194 человека, не о чем говорить. При этом менялось геометрия, менялась степень гипертрофии, мы видим концентрически. И кто же у нас попадает в эту группу среди ветеранов? Кто? Силовые виды спорта. Концентрическая гипертрофия левого желудочка. Да, в отличие от других. Но она везде есть, ее нет в игровых видах спорта в нашем исследовании. И кардиоваскулярные риски. Здесь у спортсменов показана вторая группа. Это те, кто прекратили занятия спортом. То есть спортсмены при этом заложники двигательной активности. Какой двигательной активности? Вопрос такой, другой. И длительные тренировки, наверное, являются зоной риска с этой точки зрения. Поэтому мы должны к гипертензии относиться с уважением, понимать, что вот это повышение артериального давления нагрузки может быть предиктором, и целесообразно это делать, потому что риски увеличиваются. И как показывают наши коллеги, что в зависимости от уровня анаэробного порога степень гипертрофии зависит, да, зависимо
вот этих величин, что тоже немаловажно, и реакция артериального давления на нагрузку, увеличивая степень риска гипертрофии. И вот одна из идей, это не идея, которую Европейское общество кардиологов, из последних рекомендаций. Мы видим виды спорта, мы видим силовые нагрузки, мы видим, где мы ждем повышения чрезвычайно высокого артериального давления, да, вот эта группа силовых видов спорта, в которой есть, да, рестлинги, водное поло и так далее. И есть виды спорта, в котором все благополучно и достаточно безобидно. И мы должны понимать, что есть допуск, и это рекомендации, должен быть какой-то критерий, который до сих пор все равно не определились с ним. И вот эта стратификация риска, которая касается артериальной гипертонии, на самом деле трудно относится к спортсменам, потому что они физически активны, это наши собственные данные, что, в общем, ингибиторы АПФ хорошо используются у спортсменов, и нет опасности в ингибиторах, потому что они входят в группу допинга, и единственное доказано, что ингибиторы у спортсменов эффективны, не влияют на работоспособность и были довольно целесообразны. Это небольшое исследование, которое было опубликовано в журнале «Физиология» несколько лет назад. И вот рекомендации по ведению, опять же, корреляция с рекомендациями нашими по артериальной гипертензии, нам тоже нужно как-то их соотнести друг к другу, и мы говорим, какие виды спорта, когда, на каком этапе мы должны соответствовать этим критериям. Значит, мы должны понимать, что вот это гипертензия, индуцированная физическими нагрузками, что есть виды спорта, в которых риск достаточно высок. Значит, мы должны все сделать таким образом, чтобы уменьшить риски гипертензии и его вклада в то самое патологическое ремоделирование, о котором мы говорили. И это не дифференцированная гипертрофия, которую мы выявляем и не знаем ее причины, не исключено является следствием артериальной гипертензии. А за ним стоит и фиброз. А коль скоро стоит фиброз, то тут и стоит нарушение ритма. Значит, мы понимаем, что это не замкнулось, это не точно, это пока дискуссия. И мы должны понимать, вот эти органы мишени, мы привыкли о них говорить, и мы их трактуем. Мы не всегда точно при этом знаем, как нам быть с органами мишенями и как нам воздействовать фармакотерапии с этой точки зрения, а речь идет о действующих спортсменах. И органом мишени в данном случае является увеличенный миокард, а исследование с гадолинием показывает находки фиброза миокарда, о котором я только что говорил, а это виды спорта сегодня популярные, ну не в массовом, но Ironman, триатлон вовлечено там тысячи, десятки тысяч людей, которые участвуют в этом, так же, как и ветеранский спорт. Значит, мы говорим о том, что гипертензия во время нагрузки систолического пульсовое давление может быть негативным фактором развития фиброза и так далее. И вот во всех регистрах, если мы увидим, вот этот фиолетовый, возможно гипертрофическая кардиомиопатия или возможно иная гипертрофия миокарда. Все. У кого-то 6%, у кого-то 8%, у кого-то там 2% в итальянском регистре. Но все говорят, пока мы не знаем. Мы должны каким-то образом либо ошибаться, или, может быть, сделаем усилия и приблизимся к истине. Благодарю вас за внимание. По времени я вроде уложился. Спасибо. Там вопросы есть какие? Нет? По-моему, ничего нету. Во всяком случае, я не вижу никаких. Только спасибо. Юрий Викторович, не хотите вопрос задать какой-нибудь? Не? А вы что-нибудь поняли? Да ладно, что же. Вроде бы. Ну, на самом деле, я ничего не понял. Я только понял, что спорт опасен. Да ладно, вы лукавите. Ну, как вот, вы не поняли? И что он вызывает... изменения, которые могут быть, которые должны быть у пожилых, а возникают у молодых, да? Я там увидел у вас группу чуть не 17 лет в среднем. Гипертензия есть, да, там много факторов, конечно. Вот, вызывает повышение давления, которого до сих пор не было в природе.
под 400 миллиметров ртутного столба. Да, прямое измерение. Я понимаю, нет, я просто... Я исследователям этим верю, они публиковали. Я тоже верю, я просто цитирую вас. Да. Вот, и что на самом деле мы не понимаем связи между гипертонией и гипертрофией. Я правильно уловил этот момент? Правильно уловил. Значит, что-то я понял. Конечно. Вот. Ну, на самом деле, я бы сказал так, что это такой заявочный доклад, очень серьезный, на тему вообще, что такое артериальная гипертония. Я вам скажу, почему. Потому что мы сейчас вот с ковидом, постковидным синдромом дело имеем, и мы видим, что гипертония там центрального генеза. Она совсем никак не связана с теми разговорами про спазмы сосудов, еще что-то такое. Там все от мозгов идет. И я так понимаю, что где-то вначале вы немножко об этом сказали. Ну, Вадим Семенович об этом много говорил. Про злокачественную гипертонию там и так далее. Что это на самом деле повреждение, видимо, регуляторных каких-то структур в мозге, а не то, что мы привыкли там с ангиотензин-системой. И так далее, да? Профессор Лараев придумал, она идея-то хорошая. Не, идея хорошая, но не все в этом, не все в это укладывается. Вот, поэтому, конечно, сегодняшний доклад на меня произвел чрезвычайно сильное впечатление. Вообще мы многое сейчас начинаем пересматривать. Я все жду, может быть, кроме «Здравствуйте, Новосибирск», кто-нибудь вопрос зайдет, задаст. Значит, я еще раз повторюсь, я занимался вот эритропоэтиновыми допингами. Ну, как занимался, я не наоборот, так сказать, следил за тем, чтобы не было этих допингов. Переливание крови, если вы помните, такая была тема. Сейчас она как-то, мне кажется, ушла в основном. Запрещена полностью. Нет, запрещена, понятно, да. Ну, все запрещено. Вот. Мы в свое время предлагали с Леонидом Ивановичем, если он слушает, он вспомнит, переливать свежезамороженную плазму для того, чтобы, наоборот, разжижать кровь, чтобы она лучше текла по микрососудам, не давала тромбозов. Вот, тоже такой был вариант допинга. Не знаю, насколько он сейчас запрещен, не запрещен. А любые капельницы свыше 50 мл запрещены, поэтому тут уже сразу хорошо, все. Видите, как проще жить на свете. Вот, но тема, я еще раз повторюсь, сохраняется, потому что у всех... Четкое представление, ну так нас учили, что спорт – это хорошо. Потом бегом от инфаркта. Да? Потом сказали, нет, от инфаркта-то бегом, но прибегаем мы к инфаркту. Что бегом, лучше ходить, да. Лучше ходить, да. Потом сказали, что вообще спорт больших напряжений, нагрузок – это вообще все очень плохо. Из последних вещей, которые, вот, по-моему, в прошлом году произошли, отменили половую разницу. Наконец сказали, что мы не знаем, кто такая женщина. В курсе этой истории? Да, знаю, конечно. Да? Ну, видите, я-то так снаружи читаю. Ну как, у нас равенство. Мы не сравниваем женщин с мужчинами, мы сравниваем просто спортсменов и спортсменов. Да, но среди спортсменов раньше были женщины, а теперь непонятно, кто такие гендерные женщины. Гендерные отличия не должны быть спортсменов. Гендерные отличия, да, не проходят. Я сейчас так понимаю, что не все понимают, о чем разговор идет, а разговор идет о том, что мы не можем, у нас сегодня нет способа доказать, что данный спортсмен является женщиной. Нет, тест на половую принадлежность проводится один раз в жизни у спортсменки. Один раз, если американку одну исследовали. Ну, да, а какой все. Тест? Ну, да, есть там, что? Да, гормональные исследования. Они не получается, гормональные уже отменили. Да. Ну, то есть отменили. Попытка такая была. Была, да. И сейчас вот в прошлом году, по-моему, они сказали, что неважно, кто бежит, гермафродит не играет роли. Раз он назвался женщиной, трансгендер, раз назвался женщиной, значит, пускай выигрывает. Вот, поэтому очень много новых вещей, как на развитие гипертрофии миокарда влияет пребывание на высоте, например, у альпинистов. Это к вам, конечно. Ну, это вопрос такой сложный, потому что, во-первых, есть данные профессора Мирохимова, в свое время, который уже много лет занимался гипертензией проживающих. Был академик Мирохимов в советское время, известный человек, который занимался гипертонией. Много лет в советско-американском даже сотрудничестве таком представлял данные как раз для проживающих на высокогорье, да, коренному населению.
Поэтому, как ведет себя альпинистов, ну, адаптация – вопрос долгий. Если это среднегорье – это одно, если это альпинисты, корабль доходит до восьмитысячника, то на самом деле понятно, что у них возникающая поначалу гипоксия. А как ведет себя миокард, исследований, наверное, не было практически серьезных. Ну, я думаю, что у альпинистов гипертрофия вряд ли будет развиваться, потому что они же наоборот спустились. Да. Да, это потому что либо проживание там, ну, как вообще есть коренные жители там, ну, есть данные, например, коренные жители Якутии живут одной продолжительной жизни, а пришлое население имеет ранний атеросклероз. Почему-то, да? От одних и тех же коней. От то же самое питание, да, казалось бы. Вот кто знает. Ну, хорошо. Я думаю, что мы на этом можем наше, так сказать, сегодняшнее заседание закончить. Единственное, что я хотел бы сказать, мы сегодня проводили... Нет, стойте, правление. И, ну, я вот выдвинул такое предложение ввести вас в состав правления и предложить вам вообще вот такую секцию по спортивной медицине сделать при обществе. У нас это сейчас секции превращены в двухразовый в год заседание конференции такой «Актуальные вопросы за внутренней медицины», там АВТВБ называется, где каждая секция представляет там 4-5 докладов. Это декабрь и май месяц. Вот. И было бы, мне кажется, очень важно начать эту тему обсуждать в нашем обществе, потому что абсолютно обычные врачи дезориентированы. А с одной стороны, а с другой стороны, очень много пересекающихся тем, очень много вопросов, которые можно решать совместно, и это будет взаимополезно. Спасибо за честь, почту. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю вас, ну, немножко уже поздно, со столетием отца. Да, спасибо большое. Это все заслуга, вообще во всем заслуга Павловича. С моим докладом на съезде терапевтов, инициация зала Смоленский, которая была на съезде, это заслуга Павловича. Спасибо. За хранение родительских традиций, это выдающие вообще учителей и родителей, это такая высоконравственная история, с моей точки зрения. Спасибо.